Мы тут Серегу вот стажируем, блядь, готовим его к КБ, он говорит, легко потянул, блядь. Ходим отрядами. Ходим отрядами в блицы, говорит, душа у него рвется. Он говорит, сейчас прокачаю какую-нибудь скилловую лодку. Кюрфа, например, буду на линкоре в КБ ходить. Так что-то я не помню, кто играет в КБ на Курфе. Неважно. То есть прокачать Курфа тебя не смутило? Наверное. Не, это меня не смутило. Ты чё, уже в аэропорту? Я ж говорю, я дома. Так сегодня вторник. Ой, Вторник. Так ты сказал, что в среду будешь. Не-не-не. Вчера же сказал, что... Ну, с возвращением тогда. Спасибо. Родина. Как тебе родина на плечи не давит? Прохладно. Да, я про другое. Воздух, воздух какой. Как дома. Ну, вот это, блядь, вот я и ждал такого ответа. А то в ваших Палестинах что там делать-то? Да не был я в этих Палестинах. Да какая разница-то, это так, аллегория. Ты что, не понял, Салыч, лишь бы что-нибудь говорить. Так, ты в холодильник сходил? Кстати, нам надо, Дима, поработать с сереньким. Вот мы с тобой, как известно, и два алкоголика должны взять над ним шество. Или антиалкоголиком. Он... В смысле, в плане алкоголя? Нет, в плане борьбы за его сущность. Новый Орлеан. Впереди у нас. Да хрен с ним, не ходи туда, да и все. Подавай Ферруччио валить. Ферруччио. Да, Ферруччио, вот он опять сюда идет. Зачем, блядь, я не понимаю, блядь. Бля, 4500 всего. Так, так. Бля, да где цитки на Ферруччио? Дайте цитки мне срочно, блядь. Рука дрогнула, блядь. Да, наконец-то дождался. Запись, кстати, идет. Все. Нет, как так, блядь? Мой фраг забрали, блядь. Блин, я в острове. Серенький, не вылази, пожалуйста, туда, за остров. Притормози, будь добр, а. А может быть, даже влево развернись. Влево развернись, влево, влево, серенький, влево развернись, чтоб тебе потом... Они вот стоят носом ко мне. А хотя бери точку и иди, как шел на лозу, а мы сейчас их с плеч с двух сторон возьмем. Заходи, ну, да. Заходи, заходи, серенький, туда, как идешь. Так, наверное, тоже неплохо будет. Носик высовывай и разбирайся с этими прекрасными ребятами. А то сейчас заберут нашего Балагнези. Да. Вот, сыточки пошли. Серому бы понравилось. Ну вот, веселее идет. Да. Еще а сыточка. А то его в нос. Тут и бедненький там страдал, стоял, блядь. Ну 900-800 я его в нос подбиваю. Я и говорю, блядь, нельзя ж так поступать. О, серенький пошел и занялся. Отлично. Только две почему-то. Сережа, ты чё? А, так по тебе тоже они стреляют. Вот козлы такие, смотри. Во-во-во-во, серенький, снова Орлеан твой. Не-не, я все умираю. Нет, он труп, но серенький нас покинул, да? Жалко. На такой вид хороший был. Парень был золотой, что говорить, блядь. Ты не пожил, да? Да, практически ничего. Все нормально у него было, блядь. Ты пускаешь? А, да, уже летят. Мои ангелы, блядь, смерти для этой лодки, блядь. Все-таки два веера, они крайне неприятны, блядь, для любой лодки на этом уровне. Две торпеды, это вот кипет, они почти по 20-ки сюда. У меня 12 торпед эти. А, ну смотри, 12-12, 24. То есть у нас, ну, друзья меньше. Ну да. Там не особо. Так, ну хорошо.